Так, всем здорово, пацаны. В общем, это моя вторая попыточка записать летсплей по работе ремонтника банкомата. Сейчас я вам покажу, как она именно называется. Работа называется «Ремонтная служба СС-банк». Ну, как-то вот так. Доступна, собственно, с 8 уровня. Я надеюсь, со второй попыточки я запишу этот видосик. Сейчас время 6:29. Сегодня у нас, собственно, пацаны, какое у нас сегодня число? Сегодня у нас... Не понял, что это, что это за фигня? А, это дата регистрации. Сегодня у нас 10 сентября. И идем сейчас к аренде нашей тачки. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Она выглядит, в принципе, прикольно. Лучше инкассатора. Хотя, блин, там по-любому я сейчас видосик, пацаны, выложу вот с неудачного летсплея, как я вот на этой тачке в воду упал, блин. Там такой угар, там реально эмоции настоящие, пацаны. Так, вот она наша тачка, аренда... 2000 верт, как я помню, да, 2000 верт. Ну, в общем, конденсатор, она точно так же 2000 верт. И, собственно, начинаем делать наши мани. Я надеюсь, конкуренции нету. Наверное, звук выключу вообще. Чтоб он не мешал, а то вчера так уж получилось, что звук игры был громче моего голоса. Блять, у меня, сука, конкурент ебаный. Блять, вот, сука, пацаны, это ебаный, сука, шакал. Как он припарковался, ё-моё. Банк. Требуется ремонт. Не, давайте, пацаны, самый последний. Требуется замена. Давайте, 46-й. Он как раз в Лас-Вентуросе, да? Ну, Лас-Вентурос, в принципе, намного лучше, чем Сан-Фьерро, потому что Лас-Вентурос намного ближе к городу Лос-Сантосу, а Сан-Фьерро это полная жопа. Что ж, пацаны, едем. Кстати, пацаны, вот сегодня 10 сентября, но когда выложит видеоролик, я не знаю. Сейчас вам... Просто я хочу, знаете, типа записать сразу видосиков 5, а потом уже... выкладывать по 3 видосика в неделю, чтобы там, ну, поднять актив канала и набрать к концу этого года 2000 подписчиков. Просто я в начале этого года был наивным чуваком, я думал, что я наберу 5000 подписчиков, но судя по тому, какой рост идет на моем канале, а именно вот у меня в месяц подписывается по 50-100 человек, вот средний рост на моем канале в месяц, то так я 5000 точно не наберу. Но надеюсь, с вашей поддержкой наберу хотя бы 2000 подписчиков, это в принципе тоже будет хорошо. Сейчас, к сожалению, я больше не делаю сливы скриптов, просто я когда делал сливы скриптов, мне прям реально хорошо росли подписчики, но сейчас я, собственно, очкую делать сливы скриптов, просто я сливал скрипты те, которые были со мной уже 2018 года, и они, я был в них точно уверен, то, что они без каких-то там стилеров и вирусов, а сейчас же на каждом сайте там, собственно, с каким-либо скриптом вас поджидает либо стилер, либо ратник, так что я махал, пацаны, больше делать сливы скриптов, что, к сожалению, их больше не будет. Но я надеюсь, что вам зайдет такая рубрика, типа, летсплей, собственно, 20-30-минутная. И я, собственно, смогу кое-как поднять свой канал на этом. Но я думаю, вряд ли. Придется, наверное, сборочки делать. В общем, пацаны, вы пишите в комментарии, там, нравятся ли вам подобные видосики, где я снимаю такие летсплей, собственно, по всяким работам. Или не нравится. Мне прям реально очень интересно ваше мнение. Так. Нет, что-то без звука, пацаны, не то, наверное, врублю звук. Когда тачка гудит, как-то реально по кайфу играть, когда без звука, как-то без кайфа. Там что меня кто-то таксист не подрезал. Спасибо тебе, таксист, что ты меня не подрезал. А то знаю я вас, таксистов. Так, а где он именно? А что, у Казика? У Казика, походу. Пацаны, я забыл команду, собственно, этого. Какая команда, собственно, у ремонтника? Там, бля, я забыл команду. А, где-то ТМ вроде. Так, вот он наш банкоматик. Тут стоит какой-то вертолетик, в общем-то, наверное. Вертолетик, судя по тому, он принадлежит какому-то чуваку, блядь. А, чё, с фотоаппаратом или с пистолетом, я не понял. Ну, вроде он меня не захотел, да, я, значит, нормальный пацан. Так, здесь жмем на крестик, а то если нажмете не на крестик, ваша тачка тут пропадет. Get ATM. Собственно, у нас такой в руках, смотрите, какой, пацаны, ключик. И сейчас мы заменим этот банкомат. Так. Кстати, хп у меня, пацаны, мало. Это очень хреново. Здесь ментов рядом нет. Сейчас надо заюзать тут с драком без палева. Так, починили наш банкомат. Плюс 5. СВ2. Когда юзаю нарко, что-то прям у меня все замыливается. Это потому, что у меня сборка через жопу собирал. Ну, кто же ее собирал? Снайпер шоу ее собирал, значит... Когда юзаю судрак, все через жопу. А вот в стандартной сборке, когда вы юзаете у судрак, с вас тупо деревья трясутся. А когда снайпер шоу сборки собирает, блядь, экран розовый становится. Такой, пацан, такой вот без меня сборщик, сборочек
Что взорвалось в казиношном. Там чья-то жопа, пацаны, подгорела, отвечаю. Так. Кстати, пацаны, какой вам больше нравится таймсус, когда вот такой вот день, все светлое, или когда же ночью все темно? Мне, в принципе, без разницы, но напишите тоже об этом в комментарии, чтобы я знал, с какими, собственно, настройками становиться. Если вы хотите, могу прям, в принципе, сделать ST1, видите, такая ночь, собственно, в общем, пишите, пацаны, реально в комментарии. Ну, я, собственно, хочу что-то поснимать по днем, ST7. Хотя, в принципе, ночью мне показалось, что ночью было красивее даже. Ну, в принципе, пацаны, на бобкате реально рассекать по кайфу, это лучше, чем рассекать на инкассаторе. Но по зарплате я вот вчера поработал целый payday, и за 5 вот этих починных банкоматов я получил где-то 30 тысяч верт или 20, я уж точно не помню. Где-то 30, ну, сейчас пацаны, вспомнил, вот, собственно. Все, вспомнил, 27 тысяч верт я заработал, собственно, учитывая с налогами, за 5 починных банкоматов, в принципе, нормально. Сейчас, наверное, буду записывать видосик до payday, собственно, или до того, как я выполню ежедневный квест, собственно, не знаю, просто я начал работу, вы сами видели, я начал в 6.30 где-то, или в 6.20, не, в 6.30 вроде. Переобуваюсь на ходу, собственно говоря. Вот в чем, пацаны, прикол, у него смотрится же по-колхозному, давайте сейчас сделаем ночь, ST1, смотри, как это по-колхозному смотрится, в чем прикол этих неонов, блин. Они же еще там в СТО стоят то ли, блин, за 1 кака или за 5 кака, вот этот неон поставить. Смотрится по-конченному, отвечаю. Ну, школоте, походу, нравится. Ладно, не школоте, знаете, а то, помню, когда я снимал видосик, там, типа, видосик мы называется, как изменить голос в стриме, и там пацаны, собственно, меня возражались, мол, я их называю школьниками, мол, они не школьники, они ученики. И теперь я буду вас называть учениками. Ну, в общем, ученикам, походу, эти неоны нравятся. Так. Слушай, второй банкомат сейчас починим. Пишем банк. И, собственно, в каком-нибудь последнем списке требуется замена. О, на... Что? СФ? Да ну нафиг! СФ, опять... Ё-моё, пацаны. Ненавижу СФ, блин. Давайте, наверное, пойду через какой-нибудь вот стол. Просто я не хочу опять в воду упасть. Какие... Блять, ну тут мой косяк, пацаны, мой косяк, не спорю, мой косяк. Что, пацаны, султане, извиняй. Кстати, пацаны, сейчас надо стараться не материться в видосиках. Напишите в комментариях, нравится ли вам, когда я матерюсь в видосиках, или не нравится. Просто, когда я матерюсь в видосиках, видосики, собственно, не набирают просмотров, потому что они, как я знаю, ну, это не точно, но я слышал, что они, типа, попадают в теневой бан Ютуба, и Ютуб их не продвигает. Это не точно, это я не знаю, просто я смотрел недавно видосик Андрюхи Киевского, где он говорил там про мат, и мол, когда вы в видосиках материтесь, YouTube отправляет ваши видосики в теневой бан. Ну, это Андрюха Киевский так сказал, я не знаю, правда это или нет. Ну, судя по тому, в общем, Андрюху Киевского я уважаю, его мнение я придерживаюсь. Но, скорее всего, пацаны, от матов мне очень будет сложно отличить. Так, чувак. Дальнобой, кто он слишком быстро едет, у него походу СХ, или бобкат какой-то медленный. Я думаю, бобкат ездит быстрее. Нормально, тачки стоят, байкеры походу все задеймили. Бандиты, блин. Давайте, наверное... Не, через вот... Давайте через вот... Не, лучше тут поеду. Сука, ты что, меня подрезать хотел, Макс Экстази, петушок? Подрезать меня хотел, пацан. Вообще, офигеть, я тебя запомню, Макс Экстази, я тебя запомню. Собственно, карта в самом пике маленькая, еще встретимся. Хорошо, если бы я на инкассаторке бы ехал, я бы уже перевернулся. Где-то у Макса Экстази. Со спидхаком гоняет, походу, пацан. Слишком уж у него очень быстрая фура, по-любому спидхак любит. Пацаны, увидите, бля, Макс Экстази. Хотя, в принципе, репорты кидают только петушки. В принципе, со спидхаком его тоже можно понять, пацан, верты фармит, собственно. Наверное, потом он их продаст. Поэтому он не очкует спидхак юзит. И давайте все-таки поставлю ночь, пацаны, что. Давайте ST1 поставлю. СВ2. Нет, СВ3. Что-то не то. СВ3. Так, в принципе, прикольно вроде. Вот так вот, так самое то. По мне. Я не знаю, как вам, мне, в принципе, так нравится, конечно, все такое темненькое. В принципе, мне как-то прикольно. Пацаны уже там покупают аксессуары, собственно, барыги.
с Аризоны, походу, пришли на Evolve. Или пацаны. Не знаю, короче. Хуйню какую-то я несу, пацаны. Конечно, надо доехать без происшествий. Желательно. Куплю автомобиль, да, 700 тысяч долларов. Видимо, этот самый, кто редактирует объявление, РПшный пацан даже написал долларов. Почему долларов, а не вертов или там рублей? Или гривен, почему долларов, собственно, пацаны? Пацаны стреляются там же. Вот, пацаны, султаны, петушки, вот у нас султан ездит на его лёд, вы знаете это. То самое место, где я перевернулся вот вчера, когда видосик записывал. Из-за того момента... Чё это? Мне показалось, или там автобус не пролетел, или я долбоёб? Походу, что-то там было, но я потом пересмотрю видосик. Или это, походу, чаёк какой-то выпил, не такой. Что-то мне в чаёк, походу, подмешали. Я надеюсь, я настроил сейчас все нормально. Надеюсь, тачка не гудит сильнее моего голоса. Там, в принципе, еще музыку на задний фон, но уж думаю, все будет по красоте. На бэбкатике рассекаем. Кстати, пацаны, вот что это? Вот, пацаны, могли бы, вот, знаете, вместо бэбката какую-нибудь другую тачку добавить, но просто как-то не по РП смотрится. Вот, чувак на бэбкате везет это самое. Какую бы другую модельку добавили, или бы изменили как-нибудь, чтобы, блин, ну, как-то, знаете, я думаю, в реале бы, вот, тупо бы, если бы я вез на бэбкате такой банкомат, он бы упал бы нахер бы сразу. Не по РП, собственно. Снайпер шоу не одобряет такое. Ну хотя, с другой стороны, могут кальти рассекать. Пока тачка прикольная, мне нравится. Но с другой стороны, как-то не по РП. Хотя на Evolver по РП, вот чё, собственно, чё я несу, пацаны? Чё я несу? Так. Уже второй наш банкоматик или третий. Я со счета сбился. И это ТМ. Сейчас я, в принципе, узнаю, какой это банкомат по счету. Просто The Quest пропишу, если мне ежедневный квест выпал. А то он еще может и не выпустить. Так, The Quest. Это второй банкомат был, пацаны. Ну что ж, пацаны, сейчас, наверное, поедем опять в банк Quest. И опять возьмем задание починить банкоматик. Сейчас, наверное, все это дело перемотаю. Так, ну что ж, пацаны, я тут, собственно, сейчас берем типа, еще наше задание по починке банкомата. Берем банк, и, собственно, требуется замена. Ну, давайте 45. Блин, пацаны, вот я отвечаю, вот что за фигня, почему, собственно, всегда выпадают это рандомные банкоматы? Блять, разработчики, а вот, пацаны, я вот сейчас разработчики, хотя они вряд ли видосик это посмотрят, но, пацаны, я должен выговориться. В общем, вам неужели так сложно было, когда я беру этот, собственно, банкомат, вот этот номер, неужели так сложно было подписать, в каком городе находится этот банкомат? Неужели, вот, сука, понаберут по объявлению, а мы обычные игроки страдаем, блин, вообще, блин. Я должен, собственно, наугад брать номер банкомата и ехать, блин, в Сан-Фьерро. Хотя я мог бы, если бы я знал, что там было бы подписано, что банкомат находится в городе Лос-Сантос, я бы взял бы задание по банкомату, который находится в городе Лос-Сантос, и починил бы намного быстрее в Лос-Сантосе и заработал бы больше мани. Ну, видимо, разработчики здесь вообще какие-то ленивые. Даже не смогли указать название городов. В натуре по объявлению набирают пацанов каких-то. Ладно, а на самом деле, мне даже нравится Evolve, чем-то вот чисто. Мне Evolve нравится ежедневными квестами, в отличие от СМПП. Вот. Единственный плюс Evolve, вот и все. Такими темпами в натуре, пацаны, скоро на СМПП уйду, хотя вряд ли. На СМПП просто я не знаю, что мне снимать. Ты и на Evolve снимаешь, чисто такая безысходность. Так. Хотя, в принципе, ну, на Аризоне я не хочу тоже снимать, там, значит, у меня в последнее время там... Там из-за того, что 1000 онлайн, там лагает у меня дико. Не из-за того, что у меня, собственно, с ЭПСом проблемы, у меня проблемы с пингом из-за этого. Так. Сука! Пидорас, бля. Гандон, сука, по встречке ехал. Вы это видели, бля? Уёбок, нахуй. Так, ну что ж, я снова здесь. В общем-то, вот и наш банкомат. Сейчас его починим. Чё это, какое-то место какое-то странное здесь ни разу не был.
Хотя, может быть, и был, но, блин, что здесь такое в натуре? Давайте починим, посмотрим, что там внутри. Что это такое, пацаны? Так, где-то ТМ. Так-то кривая стал, собственно. Джонни Макрос. Сейчас, смотрите, он задеймит меня, что он сделает. Джонни Макрос. Что это за Джонни Макросик? Ты в Ютубе, братан? Привет, передай там всем. Джонни Макрос. Так, что это такое? Нормально. Что это, пацан, такое? Джонни. А, это продажа. Это понял, все это. Типа продажа домов в СФ. Понял. Типа альтернатива торговой площадки в городе. Ну, это в СМПРП. В городе, чуть не сказал, в городе СМПРП, блин. Ясно, понятно, блин. Так, че ж, опять едем в ЛС. Сейчас эти пацаны, вот, наверное, такая фигня, я скоро в натуре так взорвусь, или вот ГМ не скачаю, блин. Просто пацаны все вот гоняют по встречке, вот, понимаю, в чем прикол гонять по встречке, блин. И я еще ни разу не встречал механика. Тоже минус, блин, и волюка. На сам ПРП, там, вот на натуре на сам ПРП, вот, работяг дофига. А на Evolve же работяг вообще практически нет. С одной стороны, это хорошо, что у меня конкуренции нет. С другой стороны, хреново, что нету механиков, нету таксистов. Ну, таксисты есть, но таксистов очень мало. А вот эти, вот знаете, вот механики, таксисты, они вот всегда серверы приносят, собственно, эту пользу. Я помню, вот когда только начинал играть на СМПРП, начать на СМПРП я играл, блядь, начал играть на СМПРП я очень поздно. Уже говорю, не начал, а начал. Не, блин, я уже говорю, знаете, не начал, а начал. Это я от Тарка набрался такой фигни. В общем, начал играть я на СМПРП очень поздно. Ну вот с открытия Revolution. Я помню, вот там вообще каждый второй пацан работал на такси. Там даже вот, знаете, есть в гетто парковка, вот где Глен Парк, там, собственно, есть парковка таксистов. И, собственно, даже на той парковке не было свободных тачек такси, блин. И там вот на туре тяжко на СМПРП было, там чуть ли бомжики не дрались за эту таксишку, блин. Там, блин, на туре таксистов было очень много на СМПРП, вот на открытии именно. Сейчас же я не знаю, как там дела обстоят. С МПРП часа захожу изредка, пацаны лидерку байкера взяли, стараюсь им помогать, хотя вот я, из меня помощник такой себе, у меня, блин, онлайн в сутки, вот вообще в сампе, наверное, 1 час или 2 часа, просто на туре нет времени особо играть, я свое свободное время уделяю там чем-то другому, там же вот монтаж какой-то видосика, там нарезочки буду делать всякие, музыку накладывать, еще я уделяю время там всякой другой фигне, не связанная с сампом. Так, бинг. Бинг, ёпти. Так, бинг. Требуется пополнение. Мне нужно, требуется ремонт. 35-й. О, он в Лос-Вентурес. Наконец-то, хоть в Лос-Вентурес катаюсь. В Лос-Вентурес кататься мне по кайфу. Сен-Фьера, это, блин, жопомера кончено. Можно даже потом, если я здесь продержусь и накоплюсь нормальное мани, можно потом уже там дом по голосу ВВС словить. Вроде ВВ там полегче словить, хотя фиг его знает. Я вот сколько видел домов по голосу, вот на Эволюке, они вот чаще всего падают где-то. Ну это по крайней мере, судя по тому, как я смотрел видосики всяких ловцов по голосу. Сам-то я сейчас особо дома не ловлю. Если пытаюсь ловить, меня опережают все время. Ну и что там? Пацаны, по встречке похвачи, офигел. По встречке катаюсь, что за беспредел? Где менты, собственно? Где менты? А может, пацаны в ПД мне устроятся и, собственно, типа, следить за правилами дорожного движения? Напишите в комментарии, что вы об этом думаете. Хотя из меня ПДшник такой сильный, мне махал учить всякие РП-термины, хотя что их там учить, я их так уже наизусть знаю, когда был там в армии СФА на сам ПРП. Но мне нравится в ПДшниках всякие там, знаете, там, блять, чё ты по встрече катаешь, писюн, а? Вообще офигел, не видишь, батька за рулем едет. Так, про чё там, про РП-термины говорю, да? Там, короче, у кубов помимо РП-терминов, там еще другая фигня, которую прям реально заучивать надо, я махал все это делать. Хотя там, в принципе, можно, знаете, когда проходите по экзамену вот этот в ПД, тупо открываете форум на телефоне и, в принципе, на все это отвечает.
Ну, все равно там, блин, мне вполне не нравится, что там каждый второй крыса. Даже вот мало того, что у вас каждый гитатащер будет пытаться скрысить. Ну, потому что это... Гитатащерам это в кайф, крысить копов, да? Помимо гитатащеров, каждый коллега вас будет пытаться скрысить. Потому что там комьюнити такое у ПДшников. Что на сам РП, на сам РП уж точно такое. Ну и Вольф РП я не знаю, я тут не был копом. Так что какой-то не туда поехал. Не туда поехал, пацаны, собственно. Так. Куда? А, все понял, это у Казика. У Казика это... Кстати, пацаны, я знаю, какой самый прибыльный бизнес на Evolve. Судя по всему, это закусочный, потому что смотрите, как у меня быстро убавляется ХП. Прям реально очень быстро. Уже 36. Интересно, куплю я себе закусочную или нет? Хотя вряд ли. Блин, я забыл прописать команду. Так, где-то Т. Собственно, идем чинить наш банкоматик. Блин, а знаете, добавили бы анимку, как я этот банкомат заменяю, знаете, как его в руки там беру, собственно, типа как какой-нибудь ящик. Было бы прикольнее. Хотя, в принципе, в реальной жизни банкомат один человек вряд ли поднимет. Потому что, во-первых, это не то, что он тяжелый, во-вторых, это, блин, ну, просто он, блин, неудобно его брать, пацаны. Так. Сейчас посмотрим, сколько мани я получу в PD, и сколько, пацан, уже успел обслужить банкоматов. Деку есть. Так, работник ремонт. О, уже 4 банкомата. Еще один банкомат, и я пройду ежедневный квест. Но сейчас на данный момент посмотрим, сколько я заработаю денег с 4 банкоматов в PD. Кстати, вчера, когда я зарабатывал, там прям реально мечт наук очень большой был. Походу, мэр какой-то еврей сейчас на Evolve номер 2. Если смотришь, пошел в жопу, епта. Налоги прям жесткие, пацаны, здесь. Здесь по микрофону, блядь, чуть не уебал. Там, коп, таксист и пацан. Это на ремонтнике инкассаторов. Чё там происходит? Мне аж интересно стало. Лишь бы он меня там не оштрафовал, потому что типа задним ходом еду. Чё там происходит, пацаны, давайте посмотрим. Прям реально интересно. Гляньте, гляньте, мусорилы работают. Тебе, возможно, не будет сын, что нормальные пацаны. Типа, бывают же копы нормальные все-таки. Гесум Джоски. Ну и ник. Крутой ник, собственно. Причем стоял на улице, повдуплял, блядь, потом понял, что нужно зайти внутрь. Нигер с цветами тут. Телочка с оружием выбежала. И ментам пофиг, ну, видите, она с оружием бегает спокойно, а менты даже ее ей ничего не сделали. О, пацаны, вот я заработал, собственно, 11 тысяч верт за 4 банкомата. И на око у меня 1 тысяча верт. Ну, я считаю, 11 тысяч верт за 4 банкомата как-то мало. На инкассаторе, я думаю, я бы заработал больше. Так, 11 тысяч верт. Сейчас ежедневно квест я еще получу 15 тысяч верт. Итого, получается, я заработаю 26 тысяч верт, в принципе, нормально. И то, считай, за полчаса 26 тысяч верт, это, в принципе, нормально. Это получается за час, собственно, 52 тысячи. Что там на султане виляет? Везет тебе, что я сейчас без мышки играю, сейчас бы тебя застанел, блядь. Надо сейчас похилиться, пацаны, успеть. Так. Наторе, пацаны, у друг сьюзать дешевле на Evolve, чем кушать закусочки. Цены вообще вот офигеете. Даже хот-догер, сосиски он продает. Значит, там в Дискорде там пишет. Даже, собственно... Даже хот-доги в сосиски продают там по 800 верт. А представьте, какие там цены закусочные. Вообще полная жесть. Офигели, пацаны, вообще, блин. Так. Сейчас это, пацаны, чиняют банкомат и завершаю, собственно, видосик. Надеюсь, он там хотя бы вышел на минут 20-10. Ну, я хочу, чтобы на 20 минут, типа, удержание аудитории сделать, чтобы
быстрее монетизацию на канал подрубить. Сейчас, наверное, этот квест выполню ежедневно. И пойду там какой-нибудь автоугон сделаю. Тоже там отдельный видосик запишу. Так. Банк. Собственно, требуется замена. Это ВСФ. Это первый ВСФ. Требуется ремонт. Давайте 41. Опа-на, опа-на, пацаны. 54 метра. Офигеть. Вот мне подфартило, да, пацаны? Видите, какой я фартовый пацанчик. Фига себе. Неужели мне впервые... Не понял. Где он? Гиде, пацаны, гиде, ёпта. Гиде. Где банкомат, я не понял. Что это за фигня? Сука, пидор ёбаный. Я думаю, это, сука, банкомат, но это, блядь, челик красным крестом. Ну, где-то наверху, судя по тому, что он треугольный. Где это, пацаны, банкомат, я не понял. Нормальная шутка, пацаны. Нормальная шуточка, шуточка. Нормально. Найс, найс. Чётенько. Как мне туда, собственно, залезть? Разработчики, вы что, собственно, делаете? В натуре по объявлению понабрали пацанов. Как мне, собственно, пацаны, починить, собственно? Я как-то на крышу зарезал. Да, такое себе, пацаны, такое себе. Что мне пишет? Вы должны находиться рядом с багажным отделением транспортного средства. Так я рядом. Во. Ну и что дальше? И как мне туда залезть, а? А это разработчики. Вы что делаете, собственно, разработчики? Вы с головой дружите, собственно? Куда банкомат прилепили? Пиздец, я в шоке. Тури, кто вас понабрал, блин? Ай, блин. Ну и как мне туда залезть? Может, внутрь пройду, может, тут как-нибудь можно. Вообще метка пропала. Собственно. А, сейчас спрошу саппортов. Они нихуя не знают, потому что они, блядь, понаберут саппортов, тупо какие-то тащеры, блядь. Это пиздец, пацаны. Как мне чинить этот банкомат, а? Разработчики, блин, что... А, вот он. Он внутри. Понятно. Ну что ж, пацаны, ежедневный квест пройден, я получил 15 тысяч вирт, 10 коинов. Я считаю, что это косяк реально разработчиков, не нужно было делать банкоматы внутри, точнее, их-то нужно было делать, но не нужно было делать, чтобы ремонтная служба их реально ремонтировала. Потому что я реально, я сперва не помню, где это, собственно, банкомат, а новички уж тем более не поймут. Уж, пацаны, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, там комментарии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Снайпер Шоу. Всем удачи, всем пока.